Отель Бая Принцип Фантазия. Это лобби. Центральная часть отеля «Фантазия». Здесь главный бассейн и замок по центру. Как под самим замком находится бар, в котором разные напитки. Сам бассейн и корпуса с двух сторон отеля. На территории отеля есть вот такой вот замок, аквапарк. Все в таком сказочном стиле. Отель рассчитан для отдыха с семьями. Тут различные шоу также в основном направлены на детей. Мини-диско, принцесс-шоу и так далее. Вечернее шоу с лазером. Сейчас посмотрим внутри, что там. Это вот такой Kids Club. Так, это детский клуб. Сейчас пока он временно не работает в условиях пандемии, но выглядит симпатично. Тут даже есть отдельные комнатки, в которых могут спать детки маленькие. Тут же на территории есть такой детский классный аквапарк с горочками, со всеми такими развлекательными штуками. Так, это номер Junior Suite в отеле Фантазия Гранд Бая. Размер 44 квадратных метра, выход на балкончик, балкон с видом на бассейн. Вот так это выглядит. Вот в обратную сторону. Ванная комната. Душ. Так, а это вход на территорию Бая Эсмеральда. Этот отель находится ближе к пляжу, за ним находится Фантазия. И этот отель сейчас пока не работает, но все люди проходят через него к пляжу по тропинке. Так, это общий пляж отелей Фантазия и Смиральда. Так как сейчас часть отеля Бая и Смиральда закрыта, здесь даже нет лежаков. Вот. Открытая часть отеля вот находится прямо по курсу. Там лежачки стоят. Это там, где отдыхают гости отеля Бая Фантазия. Море типичное, красивое, есть немножко водорослей, которые тоже чистят.